Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Джеймс Бонд. Продолжить. Так. Ай-яй-яй. Так. Охренеть, а что я должен был делать? Как выходить-то? И сложившись эта ситуация. Вот это, да? Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Где ты? Ай-яй-яй. Твою мать, я что, упал, что ли? Походу дела, да. Кошмар. Кошмар. Да стой ты! Ай-яй-яй!
Тихо. Охренеть, а как ты так-то в меня? Блин, я что-то понять не могу. Так, ладно, ну-ка давай-ка сохраним. Жду. Так. Подождите, вроде что-то получается. Где кто? Тихо, тихо, тихо. Что-то молчит. Вот тихо ты. Блин. Подожди. Так. Так, надо сохраниться нахрен. Я что-то охреневаю все больше и больше. Так.
Так, сохраняем. Это я чувствую, у меня геморройно тут как-то. Сохранить. Так, это удалить. 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 Здесь сохранить. Так. Кто где? Отбросила. Сохраним. Сохраним игру. Блин, как это не рассчитывали вообще, что хренак это тут. Не, ни хрена, это сложновато так, конечно. Давай, где ты там? Фух, залезли. Техники, проверьте дополнительный лифт. Кажется, с ним какие-то неполадки. Блин, опять с одним ХП тут нахрен. Ни хрена. Так. Поднимем так. Ладно. Вот это-то вообще как врубается как-нибудь. Так. А, у меня всего лишь два их. Все понял. Так, а мы здесь уже... Мы здесь уже были, блин, или чё? Или как это нахрен? Зашли нас банк сразу. Ладно. О, здесь мы были. Вот туда можно попасть как-то.
Все, подождите, ждем, подождите, я сохранюсь нахрен. Ну его нахрен. Опять с одним хп бегать везде. Не пропускает. Так, ладно. Как я понимаю, путь у нас один. Ничего вы меня покрошили-то. А пополнить мне никто ничего не желает. Броню-то мне. Как восстанавливать? Или вы что думаете, что я такой? Дайте брони мне. Так, ладно. Здесь. Ни хрена не так. Загрузить. Понятно. Кстати. Нет, как Бэтмен не получится. Хрена, хрена себе. И как мне тебя понимать тут? Как мне вот тебя? Осторожнее, подожди, сохранюсь.
Где еще один, я не знаю. Где-то был. Только где? Твою мать! Ты где ты там бегаешь все это время? Где базарит? Ой-ой-ой. Охренеть. Я-то так не поступал с вами. Может, тебя на излете будет подбить? Когда ты гранату кидаешь, а я тебя как раз расстреливаю в это время. Тоже было бы неплохо. Так, минутку. Вот сейчас я, блин, сохранюсь. Потому что на меня сейчас нападать будут. Это факт. Нахрен, тут хоть после каждого убийства нахрен сохраняйся, что-то. Нахрен, я вот так и знал, что где-то что-то долбанет, блядь. Ладно. Мы это учтем. Значит, не здесь стоять надо. Ни хрена себе, вот тебе и раз. Это, блядь, как понимать вообще? Что ты какой-то трудный бунт-то? А сам он не открывается. Что-то там должно как-то... Как это быть-то, нахрен?
То, что они хорошо стреляют, это точно. У меня там опции-то, что там? Быстрое сохранение, быстро это. Настройки. Так. Действие. Игра. Быстрая запись. Быстрая загрузка F3. Вот. Почему-то меня убивает сразу. Почему? Мать его. Ну-ка. А я откуда загружусь-то тогда? Ну-ка давай-ка вот здесь вот посмотрим, что здесь. Нет, не здесь тогда будем загружаться. Охренеть, меня откинуло-то назад. Ну-ка давай-ка. Нифига не то. Так. Теперь вот сюда. Техники, проверьте дополнительный лифт. Кажется, с ним какие-то неполадки. Вот так. Нахрен, кто тут у меня еще есть? Вот здесь вот нету больше никакой брони у меня. Это где, что было? Ко мне это не относится, надеюсь. Так, вот теперь сохранимся, давайте. Охренеть. Тихо. Тихо.
やつを仕留めたぞ。なあ、やつはここにいるぞ。やつを仕留めたぞ。Уж чего-чего, но патронов-то мне на вас падло, теперь не жалко. О, что-то мигало. Так. А, заменить можно, да? Как я понимаю. Ой-ой-ой. Так, минутку. Не здесь. Охренеть. Ну-ка загрузить. Вот это, по-моему, да? Не, так ты меня нахрен быстро что-то сожрала. Нет. Надо самое мощное брать. Уже лучше взял. Падла, вот такой кейс у меня теперь тоже есть. Брони тут нету, как всегда. Хрен там, все закрыто. Ладно. Подожди. Так. Вы можете одновременно нести только 4 вида оружия. Вы должны выбрать какое. Здесь ни хрена такого нету, ладно.
Вот так. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, броню. Так. Фух. Ну-ка, не-не-не-не-не. У меня такое чувство, что меня кто-то бьет. Так. Вот почему меня там хренакали. Экс. Как я понимаю, мне надо назад идти. Ладно. Патроны хоть вернули. Какие у меня оружие есть? 4 вида оружия. Ну, я думаю, вот этот-то поменять можно. А как меняется? Так, загрузить игру. Настройки. Движение. Так. Действие. Так, предыдущая, следующая. Супер очки. Режим. Очков, атака, так, перезарядить, использовать, бросить предмет. Вот так. Ну, на 4 раза хватит. Подождите, так. Что за оно нахрен? Так, ладно. Соберем. Всех их вместе соберем. Так. Ну вот. Подожди. Я
понимаю, где вы там. Ладно. Так. Вот так. Только подожди, подожди. Вот так сначала будем действовать. Да где ты, падла? Я прям слышу тебя, как будто вот здесь за стеной. Так, ладно. Теперь-то мне куда? Мне куда-то же выходить надо было. Так. Туда-сюда. А, ну вот все правильно, к лифтам. Разрушьте транспортные грузовые грузовики Феникс. Сбежать из башни живым. Уничтожить компьютер, сеть Феникс. А где они? Ладно. Пойдемте искать, где те. Даже представить не могу, где они могут быть. Ни карты нет, ни плана. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Значит, где-то что-то я не доразрушил. Здесь это нету серверов, нет. Ага, вот еще что-то осталось. Минутку. А, нет, хотя серверы я разрушил. Сказали же, серверы я разрушил. А что это я недоразрушил? Здесь что-то я недоразрушил. Че я здесь был уже? Так, вот. Ага.
Я не понимаю. Так. Ладно. Мы пойдем другим путем. Где этот сервис? Сервер гребаный. Криворучка, блин. Бам. Где все должно находиться? Вот так. Ничего, все открылось или что-то еще надо? Броня, туда можно жить. Запасные ворота отключены. О. А я так отключил, да? А я их вот так поснимал. Причем с двух сторон. Ладно. Не вот так вот. Ни хрена не так. Так. Сколько вас здесь? Ладно. Так. Где-то что-то надо. Уничтожить.
Ладно. Так, а ты-то здесь что охранял? Так. Нет. Понятно. В две стороны придется идти, значит. Так, а это даже очень хорошо, подожди. А, вот я куда вышел. Понятненько. Ну, пойдем посмотрим. Куда это я? Ни хрена себе, что это за нахнаги. Ну-ка давайте-ка в другую сторону сходим. Я, конечно, понимаю, что мне туда, скорее всего, тоже надо будет. Но пока он туда сходим. Хотя хочу посмотреть, что там. Она же тоже под решеткой была. А, все, это я сюда пришел. Значит, все-таки правильно шел один. Один ход у меня. Один ход. Ключ-карта. Вот где ключ-карту мне взять? Дальше проходить. Security. Так, ладно. Охренеть. Понятненько. Я-то откуда пришел? Ну, блин, заново что ли, блин? Это у меня ни хрена всю броню съели-то. Так.
Вот так. Вниз мы пока туда не пойдем. Тихо, тихо. Что ты появился и сразу? Так, ну-ка, что мне там пишут? Ну-ка. Завтра-то информация-то хорошо. Ладно. Ничего хорошего пока. Прям там, да, пластину мне последнюю не взять. Ну, давайте сначала на самый верх сходим. Блин, аж сам туда бошку забираю. Ладно. Ну что-то мы подобрали здесь. Ладушки, ладушки. Это уже хорошо, уже что-то. Так. Охренеть! Вы чё такие падлы-то? Тихо, тихо. Ни хрена, ни хрена. Вот так. А вот взял, что-то хорошее взял. Мне вот эти гранаты надо взорвать, поди. Нет, не оно. Уничтожьте, разрушьте. Я бы, может, с радостью бы разрушил, если бы знал бы, что рушить. Вот, кстати, смотрите, где-то что-то надо.
разрушить-то все равно. Охренеть. Не заметил. Ну-ка, давайте-ка вот так проверим. Принтера, ну ни хрена не осталось. И что отдельные компьютеры из себя строятся? Ни хрена. Не так это все должно быть. Сбежать, уничтожить компьютерную сеть. Да, блядь. А мы же сюда не просто так зашли, правильно? Здесь еще ничего не отключено. Ну-ка. Вообще не то. Охренеть с вас. Я дурею с вас нахрен. Вот вроде бы... Твою мать. Ни хрена не так.
Почему ты не стреляешь? Блядь, я не знаю, что ты так глючный. Ты откуда вы... Нет, ты откуда вылез-то? Ни хрена не так. Я теперь понимаю. Как мы все здесь устроены? И вот теперь. Так, а зачем ты мне нужна? Кто-то тут будет, да? Должны быть. Смотрим, может, пластины где-нибудь есть. Так, лежат где-нибудь. Пластины есть. Даже сумка есть, а вот сумки чё? Разрушьте, разрушьте. Надо разрушить, значит. Только вот что разрушать? Что еще ниже пойдем? Так. Так, ладно. Блин, блинский. Кто-то где-то нахрен. Блин. Так. Думать надо, да? Теперь. Как выбираться? Где-то здесь было. Дверь закрыта. Так, кейс есть. Ай-яй-яй-яй. А броня была? Броня. Что творят ироды? Что творят? Ладно, давайте. Пару пластин бы хотя бы. А
А ведь начинался с такого простенького, нахрен. Сейчас смотрите, он валят и валят просто. 20 этаж. Ухры-мухры. Охренеть. Так. Броня. Так. Это уже хорошо. Так. Прекрасно, пока идем. Пойдемте-ка возьмем броню. Или, блин, броню-то брать надо в крайнем случае. Чего боюсь, то боюсь. Сейчас, ладно, сохранюсь. Если вдруг, мало ли. Да нет. Вот так. На. Получи, говнюк. Так. А нам, как я понимаю, вниз надо. Мы идем за броней. Нет, твою мать! За броней, я сказал, идем. Вот так. Все. Ух, живем, блин. Временно. В долг. Сколько прошли? Патронов я на себя любимого не жалею. Так, что у нас тут, ничего нет такого? Ну ничего, кстати, мне нехило покоцали так. Взял.
Вот так вот. Хорошо я вас определил. Так. Понятненько, так вы здесь сами все разнесли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На служебной лестничной шахте. В 11-м секторе возникла какая-то проблема. Какая проблема у вас возникла? Блин, блинский. Что-то не понял, ну-ка. Понял. Охренеть. Да, тебе руки лишние. Вот так. Мы хорошо прошли, продвинулись-то. Вот здесь, а да, получается? Ну-ка попробуем вот так. Не-не-не-не-не, подожди. Мне туда надо вообще? А, так вас можно просто гасить было. Так, давай. Где ты, падла? Вот так. Фух. Чуть не попали нахрен.
Еще один такой же. Вышли. Так, разрушьте, так. Внимание, здание проник посторонний. Всем быть настороже. Так. А что за приоткрытая дверка? Пошел. Перегруппировать. Да. Ни хрена. Вон оно, что, Михалыч. Так, понятно, здесь будет на баранах драться, да, значит? Группа исчезает. Все? Брони нет, ладно. Что за неприятный звук? А, вон оно что. Неприятный звук. Понял? Нифига, нет. Нашеньки. Так. А теперь надо, блин.
Ага. Получится? Получилось. Так. А у меня... У меня даже загрузить-то здесь нечего. А, я просто здесь был уже. Сюда. А вот. Вот я к нему попал. Столом закрылись. Да, сложновато тут, конечно, игрушка такая. Все? Все взял? Вот. Можно было из гранатометов, да, хренака? Кстати, вот. Сейчас мы и проверим. Или тут еще где-то что-то есть. Вот, разрушьте транспортные грузовики Феникс, уничтожьте серверы в комнате серверов на втором этаже бухгалтеров. Вот это, как я понимаю, были они. Вы должны уничтожить еще 5 серверов. Понял. Осталось только найти их. Так, а я куда-то вот сюда, значит, попадал. Подожди. Давай, мина-то от халвы. Я отсюда пришел, все теперь понятненько, будем вот так вот. Здесь ни хрена себе. 12 патронов извел. Мало ли. Так, эти все уничтожены. Вот. Не, не, не.
Где-то что-то слышу, что работает. Ладно. Где что меня засекло? Так, не пускаем. Ни хрена себе. Так. Вот так вот. Только перед этим. Ой. Я вот пойду еще лучше возьму. Пусть у меня на один выстрел больше будет. Так, для начала вот так вот. Да твою мать. Где вы? Так. Ни хрена. Да как вы так-то меня долбите-то нахуй? Вроде спрятан. Да? Или еще пошел, кто-то? Пошел. Ну
Найдите взрывное устройство. Найдем взрывное устройство, то есть. Охренеть. Так, меняем на барана. Блин, только на барана поменял. Что мы имеем? Броник. Так, ракеты у меня есть. Осталось теперь узнать, куда нам идти далее. Минутку. Куда далее нам? А отсюда я пришел. Отсюда, знаешь, мне в другой конец. Нахрен вон туда. Так, 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 так. Должны уничтожить еще два сервера. Ни хрена. Так. Ладно. Че, Михалыч? Там пулемет даже стоит. Перекрутироваться. Вот так. Вот еще один сервер. Так. Пока так. Должны были все уничтожены быть. Так. Гранаты опять у меня. Так, найти и использовать взрывное устройство. А ты-то почему не взорвался? Понятно. Ни хрена не так. Прям там. А? Я тебя понял.
Вот они, два. Только подожди. Вот и все. Меняем оружие. Так. Именно так. Меняем обратно. Все. Так. 12. Не стратилось, не стратилось. Так. Ух ты, кто забрал даже? Не ожидал такого. Вот это поворот. Так. Что осталось у меня? Разрушить транспортные грузовики и сбежать из башни живым. Понятненько. Вот как, значит. Блин, блинский. Охренеть. Ага. Ну это потом. Все, понял я, блин. Как с вами, козлами, разговаривать? Так. Вот так, багана возьмем. Охренеть. Выходите. По одному. Еще один. А куда он делся? Он, оказывается, там не один был. Блин, он парашют и все, избежал, можно сказать. Ну, а еще серверы. Так, ладно. Ни хрена не понял. Это чего? Где что-то разбилось?
Так, ладно. Ну-ка, смотрим. Ни хрена не так. Пластины. Ага. Понял. Эх, а мы их сможем обойти вот так вот. Вот так. Еще вниз скатывался. Я уже даже забыл, что я в здание-то в это проникал. Так. Давай. Прикройте. Пошел, пошел, пошел. Прикройте. Где ты? Пошел, пошел, пошел. Это понятно, но почему ты не помираешь? Ладно, предположим. А, вот так вот даже. Ладно. Какие грузовики-то надо уничтожать? Вот эти? А, транспорт, блин. Тогда мне получается бегать предстоит. На.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Попали. Так. Вы должны уничтожить еще один грузовик. Да, уже уничтожил. Давай. Вон он. Мать его. Так. Вот так. Так. Не понимаю, где мне еще чего уничтожить надо, где он находится, этот грузовик. Да твою мать! Не понимаю, где я должен. Так. Так.
Где? Не понимаю, там босса поди на машине гоняет. Так. Ну же, давай. Не понимаю. Может, вот эти какие-нибудь надо разрушить? Где же подкрепление? Ни хрена. Так. Может, я как-то не так все это начал? Где ты? Блин, блинский. Ладно. Какой-то определенный радиус, что ли, у нее. Не вижу. И больше не едет, смотрите-ка. Охренеть, она уворачивается. Нет, подождите. Это же охренеть, она уворачивается, машина. Ну-ка, перезарядим.
Давай, где ты? Ой, что-то подобрал даже. Давай, ты как-то восьмерка ездишь. Да охренеть, охренеть. Ладно, ладно. Уже давай. Не попал. Давай. Ну где же ты? Твою мать! Что за бессмертный грузовик нахрен? Так, я понял, он так не хреначит в лоб. А твою мать. Как же тебя, блин, уничтожать-то? Нифига, сам себя только подбил. Еще разок. Стоять. Не понял. Так.
нахрен. Там даже близко не подходил. Ну давай, где ты? Иди сюда. Так, почему я тебя подбить-то не могу? Почему подбить не могу? Странно все это. Подождите, я смотрю. Не знаю, все грузовики уничтожены.
Блин. Может слепануть его? Блин. Ну ты у меня последний остался. Бля, я уж сам. Такое чувство, что глюкнуло где-то что-то. Ни хрена не понимаю. Надо почитать, может я куда-то не туда бью ему. Давай, где ты? Вон он. Давай, вот твоя слабость, то что ты только с одной стороны. Блин. Вот ни хрена ты меня. Подцепил. Ох, ядрёно. Ладно, теперь мы ученые. Выкуси. Так. Мало ли, чего там надо. Так, теперь минутку. Надо.
перезаряжу. И барана возьму. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь осталось. Вот. Пластин больше нигде нету. Так, чем мне можно тут поживиться будет потом? Так, грузовики я уничтожил, это уничтожил. Броня. Вот так. Падла. Еще где-то? Вот здесь, наверное. Нету ничего. Тут нету. Ну ладно. Пошел. Пошел, пошел. Да охренеть, ни хрена не так. Пошел, 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 пошел. Вот так. Блин, еще хуже результат показал. Пошел, пошел, пошел. Вот так. Это шпион. Это шпион. Перегруппироваться. Иди. Давай, я не спешу никуда. Вот так вот. Прям вообще никуда не спешу. Это от дробовика, да? Так. Нет, вот это надо. Он уже там наверху падла стоит. Перегруппироваться. Назад. Надо. Ва! Это вообще прекрасно. Ну? Ой. Сбежать из башни. Ну-ка, 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 ну-ка. Так. Попробуем. Твою мать! Охренеть! Ладно.
Так. Пока вроде неплохо. Обнаружен шпион. А куда мне здесь? Так. Да успокойтесь вы. А куда мне? Ну-ка. Так, что-то я не пойму. Ну куда мне здесь? Ёб твою мать. Так. Подожди. Ни хрена, ну-ка. Вот так. Блин. Охренеть, это что такое было? Да твою мать! Вот так. Так.
Мне нужен баран. А, хотя подожди-ка. Охренеть. Так. И что мы здесь делаем? Назад. Не понимаю, откуда он долбит. Блин! Где ты? Так, ладно. Дай-ка я тогда вот так вот. Обнаружен шпион. В укрытие. Так. Так, эти сверху пусть так так и остаются. Не понимаю, я же все сделал. Давай. Вот так вот. А я успел. Охренеть. Может подбросить вас, мистер Бонд? Я Лора Маккул. Австралийская разведка. Австралийская. Австралия так хрен и задумалась. Видите, там на своем материке там... Я изучила MI6. Насколько я понимаю, вам многое пришлось пережить сегодня, очень. Сэр. Не правда ли? Похоже, что вы не очень разговорчивы. Извините, у меня был тяжелый вечер, мисс Маккол. Очень. Я потерял друга. Или подругу, будь точнее. Ой. Господи. В течение последних 24 часов мы испытывали трудности в передаче сообщений. Похоже, что Дрейк использует какое-то устройство для помех, чтобы заглушить сигналы. Ваша первая и самая важная задача — найти это устройство и отключить. Без проблем.
Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!